И вот еще почему говорение на иных языках лучше. Мы работаем в тех районах, которые могут быть под контролем сил зла. И они могут влиять, потому что я слышал, что когда Господь спасает христиан, Бог при этом присутствует Духом Святым. Он вовлечен в это. Дух Святой ограничивает силы зла. Христиане могут быть под влиянием сил зла, но однако христиане могут быть под защитой Божьей руки. Что ж, я думаю, вопрос этот очень важен. Очень важно для нас прояснить вопрос о том, может ли возрожденный человек быть одержим бесами. И здесь необходимо отличать. С одной стороны, мы говорим об одержимости бесами, а с другой стороны, мы можем говорить о влиянии бесов. И вы спросите, в чем же разница? А разница вот в чем. Если кто-то одержим бесом, то это означает, что бес контролирует поведение этого человека, управляет волей этого человека в той или иной ситуации. И следует признать, что по этому вопросу нет единства среди верующих. Лично моя позиция заключается в том, что подлинно возрожденный человек не может быть одержим бесом, потому что Писание учит нас о том, что Дух Святой обитает в нас. И очень сложно понять, как такое возможно, чтобы Дух Святой, который есть Бог и дьявол, пребывали в одном и том же человеке. Но если мы говорим, что верующий человек не может быть одержим бесами, это не означает, что он не может подпасть под влияние бесов, и что его воля не может быть подавлена. Вот задумайтесь, тот факт, что мы с вами спасены, не означает, что мы не можем согрешить, и что мы никогда не согрешим. С болью мы вынуждены признать, что мы согрешаем. Согрешаем каждый день. И мы с вами понимаем, откуда берется грех. Он начинается с искушений. И Писание нам очень ясно об этом говорит. Мы читаем в послании Иакова в 1 главе, что это не Бог искушает. Иаков дает понять, что когда мы встречаем искушение на своем пути, все начинается с наших похотей. Все начинается с наших желаний что-то сделать или что-то иметь, то, что Бог запретил нам делать или иметь. И в какой-то момент можно сказать о том, что грех зачат, мы совершаем грех, и далее все последствия греха — духовная смерть. И мы живем в этом падшем мире, и есть последствия, мы умираем физически. Поэтому, если верующие люди действительно согрешают, а они согрешают, и они встречают на своем пути искушения, с которыми не справляются и впадают в эти искушения, и Писание ясно говорит нам о том, что за этими искушениями стоит не Бог. Да, в послании Иакова, в 1 главе, мы читаем о том, что источник этих искушений — наша греховная плоть, наши похоти, но ничто, сказанное Иаковом, не исключает роли сатаны или бесов в процессе искушений. Да, все начинается с наших нечистых, греховных желаний и помыслов, когда мы хотим что-то сделать или что-то иметь, то, что мы не должны делать или иметь. Но мы понимаем, что сатана участвует в возогревании этих желаний, и мы это видим на примере Евы в Эдемском саду. И именно сатана побуждал ее сделать то, что ей хотелось сделать. Означает ли это тогда, что невозможно для верующего быть используемым сатаной для своих целей, что сатана не может ничего сделать через вас, что внешне все может выглядеть, как будто это от Бога, но в действительности это не от Бога, и ответ мой — это возможно. Потому что Писание очень ясно говорит нам, в частности, в 1 послании Иоанна, мы об этом читаем, что мы должны пребывать в общении.
А что значит это общение? Не наступает ли оно автоматически, когда Дух Святой поселяется во мне? Но ведь есть разница между наличием Духа Святого и наполненностью Духом Святым. Если мы не позволяем Духу Святому полностью управлять нашей жизнью, управлять тем, о чем мы думаем, и тем, что мы делаем, то тогда мы оставляем место нашей ветхой природе. Помните, что в момент обращения мы, да, получаем новую природу, но наша ветхая природа остается с нами. Да, зачастую мы поступаем согласно нашей новой природе, и тем самым угождаем Богу и радуем Его. Но бывают и такие моменты в нашей жизни, когда мы возвращаемся к нашей ветхой природе и позволяем ей проявляться в своей жизни, совершая греховные поступки. Я думаю, каждый из нас знает кого-то, кто явил истинные плоды своего покаяния, кто был истинно возрожден, но в какой-то момент совершил грех, и была явно борьба между ним и Господом. Кто же в итоге будет управлять жизнью этого человека? И я думаю, что возможно для кого-то, подобно этому человеку, быть открытым для действий сатаны. Возможно, что такой человек может запутаться, слыша ложь сатаны. И в итоге такой человек может совершить грех. И грехи, которые совершает такой человек, могут быть самыми разными. Скажем, если кто-то говорит на иных языках, и явно, что источник этих иных языков — это сатана и бесы, то мы с вами не будем говорить, что такой человек поступает нравственно. Мы с вами признаем, что это греховное поведение. И я не говорю о том, что такое происходит, что такое поведение типично для христианина. Я лишь хочу сказать о том, что если мы теряем общение со Святым Духом, и это продолжается какое-то время, то следует ожидать, что мы попадем в какую-то ловушку. Да, в Писании мы не читаем конкретных указаний, что такой-то и такой-то грех будет совершен в результате отсутствия общения со Святым Духом, но это очень возможно. Это следует ожидать. И именно об этом я говорю, что это возможно. Хотя при этом я, конечно же, признаю, что для верующего это намного менее вероятно, чем для неверующего. И также я должен признать, что у меня есть определенный скептицизм относительно того, что истинно возрожденный человек, который пребывает в общении Святого Духа, может оказаться под влиянием бесов настолько, это будет крайне редко, что если он говорит на иных языках, то это от сатаны или от бесов, или если он исцеляет кого-то, или делает нечто другое. Да, несомненно, мы не знаем состояние сердца каждого верующего человека. Но если то, что мы видим в жизни человека, предполагает искренние и подлинные взаимоотношения с Господом, и при этом мы слышим, как этот человек говорит на иных языках, то мы не должны автоматически считать, что это от дьявола. Нам очень сложно будет это доказать. Но при этом я не считаю, что если кто-то является христианином, то такой человек никогда не может использоваться сатаной и совершить какой-то грех. И может этот человек использоваться сатаной, чтобы совершить именно такой грех. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Здесь было упомянуто, что согласно Иакова, его послании, написано о том, что Бог не искушает человека. А в Евангелии написано о том, что Дух повел Иисуса для искушения от сатаны. Как такое может быть, что Дух Святой повел Христа на искушение? Что ж, как я понимаю, вопрос в следующем. Если Иаков прав, когда он пишет,
что Бог никогда никого не искушает, то как это тогда согласуется с описанием искушений Иисуса Христа? Если в начале этого описания мы с вами читаем, что именно Дух Святой повел Иисуса Христа в пустыню, и там, в пустыне, Иисуса Христа искушал дьявол. Вот давайте мы с вами откроем этот текст и прочитаем. Это записано в Евангелии от Матфея, в 4 главе. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. И вот, как мне представляется, этот текст — пример того, когда синтаксис может нас запутать. Может возникнуть впечатление, что Бог принимает некое участие в процессе искушения Иисуса Христа. Но совсем не это подразумевается в этом тексте Священного Писания. Здесь говорится о том, что Дух Святой повел Иисуса Христа в пустыню. Да, можно сказать, что причина, по которой Дух Святой повел Иисуса Христа в пустыню, заключается в том, чтобы Иисус Христос был искушаем. То есть тем самым Дух Святой как бы содействовал этому? Нет. В тексте не говорится, что Дух Святой содействовал этому. Такое значение можно привнести в текст, но также можно заключить на основании этого текста, что Дух Святой повел Иисуса Христа в пустыне, где уже, в свою очередь, его искушал сатана. И никто не будет спорить с тем, что Иисуса Христа искушал именно дьявол, а не Дух Святой и не Бог Отец. Евангелист Матфей просто описывает это событие, и описывает это событие таким образом, что он совмещает водительство Святого Духа в пустыню и искушение дьявола. И совмещает он это все в одном предложении, которое, быть может, и двусмысленно, и может навести на мысль, что Дух Святой предполагает вести Иисуса Христа в искушение от дьявола. Но точно так же этот текст можно прочитать иначе, что Дух Святой ведет Иисуса Христа в пустыню, да, зная, что там, на пути Иисуса Христа, будут искушения. И при этом также прекрасно зная, как Иисус Христос ответит на эти искушения, что Он выстоит в этих искушениях. И вот именно эта победа над искушениями желанна Богом Отцом и Духом Святым, чтобы, во-первых, все убедились, что Иисус Христос есть воистину и на все 100% человек, и также воистину и на все 100% Бог. И именно наличие человеческой природы делает возможным искушение. И также тем самым Бог показывает нам, как следует отвечать на искушение. Ведь на все искушения от дьявола наш Господь отвечает, цитируя Слово Божие. И в результате этого дьявол отходит. Поэтому это нам демонстрирует, что да, Иисус Христос на 100% человек, и при этом Он такой человек, который способен противостоять искушениям дьявола. И это не было какой-то постановкой, не было неким маскарадом. Все было на самом деле. Вот, к примеру, есть люди, которые полагают, что то, что происходило в Гефсиманском саду, не было подлинным искушением для Иисуса Христа. Когда, вы помните, Иисус Христос сказал, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, но не моя воля будет, но Твоя». И кому-то может показаться, что, ну, никакого искушения для Иисуса Христа на самом деле нет, потому что Божья воля на самом деле — это же и воля Христа, ведь они одно. Вот люди, говоря это, подчеркивают божественную природу Иисуса Христа, но при этом они совершают то, что называется уничижением человеческой природы Иисуса Христа. Ведь именно будучи человеком, Иисус был искушаем. И то, что приходилось пройти Иисусу как человеку, было тяжело. Знаете, кто-то может сказать, что Иисусу
было не так тяжело, как было бы нам, если бы мы оказались на его месте. Ведь он должен был прекрасно знать, что на третий день он воскреснет, и все это закончится. Но что это значит? Значит ли это, что когда вбивали гвозди в его руки, то ему не было больно? Что когда его пронзали копьем, он просто чувствовал, что его кто-то чешет там? Нет. Иисус за свою жизнь, земную жизнь, видел немало казней через распятие. И он прекрасно понимал, каково это быть распятым на кресте. И он прекрасно понимал, что его ждет, через что ему предстоит пройти. Даже несмотря на то, что он ранее не испытывал ничего подобного лично. Вот представим, что если бы вам сказали, что завтра на рассвете вас выведут и при всех распнут на кресте, пробьют гвоздями ваши руки, ваши ноги и оставят вас висеть на кресте, пока вы не умрете, то, я думаю, это каждого из нас напугало бы, если бы нам такое сказали. И нам бы очень хотелось избежать этой казни. Такова наша человеческая природа. Вот представьте на мгновение, каково было распятие у римлян. Все делалось с целью усилить боль человеку, увеличить его страдания. Ведь при распятии не затрагивались основные жизненные органы человека. Не останавливалась работа сердца, не останавливалась работа мозга. И все остальные органы человека, жизненно важные органы, также не затрагивались, чтобы не ускорить смерть человека, чтобы человек оставался в сознании. Да, перед распятием жестоко избивали, но также при избиении не затрагивались жизненно важные органы. Во всяком случае, не ставилась такая цель затронуть жизненно важные органы человека, чтобы он вдруг потерял сознание, и все на этом закончилось. Вот представьте, пройти через такую казнь, находясь полностью в сознании, и при этом у вас не останавливается сердце, не наступает инфаркт. Иисус прекрасно знал, через что ему предстоит пройти. И каково это будет? И тот факт, что он знал, что на третий день воскреснет из мертвых, не отменял боли от гвоздей в его руках, когда он висел на кресте в Страстную пятницу несколько часов. Как и любой другой человек, каждый из нас старался бы избежать такой казни, если бы такая казнь нас ждала. Поэтому, читая слова Иисуса Христа в Гефсиманском саду, нам необходимо воспринимать их всерьез. Это никакая не показуха. Иисус не пытался произвести впечатление на учеников. Иисус, будучи человеком, осознавал, насколько все будет тяжело. И, как и любой другой человек, он хотел этого избежать. Поэтому я возвращаюсь к нашему тексту. Нам важно понимать, что в Евангелии от Матфея, в 4 главе, в 1 стихе, не говорится о том, что Дух Святой или Бог Отец содействовали искушению Иисуса Христа. В этом стихе говорится лишь о том, что Дух повел Иисуса в пустыню, а искушения исходили от дьявола. Если мы говорим о том, что именно Дух Святой участвовал в искушении Иисуса Христа, это то же самое, что сказать. Вот, скажем, если вам что-то нужно в ближайшем торговом центре, и вы пойдете туда, скажем, сегодня вечером или после обеда, после окончания занятий, и вот, придя туда, увидя что-то, у вас возникнет искушение это украсть. Или вы увидите кого-то очень привлекательного, противоположного пола, и у вас возникнет искушение возжелать этого человека. Означает ли все это, что Бог повел вас в этот торговый центр для того, чтобы вас там искушать? Или более того, что Бог вас искушает? Нет, нет ничего безнравственного, чтобы пойти в торговый центр.
И знаете, что я вам скажу? Когда вы приходите в церковь, вы можете быть искушаемы. Вы можете сидеть в церкви на воскресном богослужении и увидеть на соседней лавке человека, который как-то с вами обошелся нехорошо, и у вас возникнет искушение желать плохого этому человеку, несмотря на то, что вы сидите в церкви и слушаете проповедь. Означает ли это, что Бог не может вести человека в церковь, не искушая его? Ведь то, что мы делаем в церкви, когда туда приходим, это наша ответственность. Особенно если мы искушаемся, так как записал Иаков в первой главе. И если мы позволяем себе впасть в искушение и совершить грех, то не нужно в этом винить Бога. Не Он в этом виноват, раз повел нас в церковь или в торговый центр. И где бы мы с вами ни находились, мы можем встретить на своем пути искушение. Иаков описывает, как это происходит. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.